А в Израиле растет число госпитализированных из-за некачественной продукции украинских фермеров. Оказалось, что яйца, с недавних пор поставляемые в местные магазины, заражены сальмонеллой. К тому моменту, как их изъяли из продажи, скончался один заболевший. Кто за это ответит, попыталась узнать Юлия Ольховская. Украинские продукты есть в любом израильском магазине. Однако в начале января с полок супермаркетов исчезли яйца, произведенные в республике. Минздрав Израиля предупредил, украинские яйца опасны для здоровья, так что теперь здесь продают исключительно местные. Продукция украинских пиццеводческих хозяйств, как показали лабораторные исследования, оказалась заражена бактериями сальмонеллы. Тревогу в местном Минздраве забили после Нового года из-за резкого роста числа больных сальмонеллезом на 50%, причем почти во всех городах. А в начале января от бактериальной инфекции в одной из израильских клиник скончался 50-летний мужчина. Самые тяжелые пациенты с ослабленным иммунитетом. У них болезнь может сопровождаться лихорадкой. Иногда бактерии проникают в кровеносные сосуды. Тогда состояние больного резко и очень быстро ухудшается. Около трети наших пациентов – это дети до 18 лет. Недавно также госпитализировали 5 туристов с Украины. У всех подтвердился сальмонеллез. Как позже выяснилось, многие пациенты употребляли украинские яйца. Израиль начал импортировать их 4 месяца назад. О том, что Украина – одна из немногих стран, где фермеров не обязывают прививать кур от бактерий сальмонеллы, израильский потребитель узнал только после того, как разгорелся яичный скандал. И Министерство сельского хозяйства опубликовало официальное обращение. Министерство сельского хозяйства потребовало от украинской ветеринарной службы провести расследование и выявить источники бактерий. Импорт яиц с Украины полностью прекращен. Партии яиц, которые уже отправлены, не будут приняты израильскими магазинами. Все украинские яйца уже изъяли из продажи. Сколько партий за последние месяцы поступивших в израильские магазины были заражены, пока неизвестно. Исследования в лабораториях еще не закончены. Мы призываем израильтян не употреблять в пищу украинские яйца. Не нужно их жарить или варить, это опасно. Бактерии не всегда уничтожаются при высоких температурах. Кроме того, переносчиками сальмонеллы могут стать домашние животные. Поэтому мы советуем как можно быстрее просто выбросить эти яйца. Израильтяне тем временем негодуют, почему зараженная продукция вообще попала на прилавки, а проверки начались только после того, как начали умирать больные. Под сообщением Министерства сельского хозяйства, опубликованным в социальных сетях, тысячи комментариев. Я только сейчас обратила внимание, что у меня в холодильнике украинские яйца. Мы с мужем и 2 наших маленьких сына уже их ели. Что нам теперь делать? Я тоже ела украинские яйца. Когда узнала, что они могут быть заражены, позвонила в клинику. А мне говорят, но у вас же ничего пока не болит, так что не волнуйтесь. Ничего себе подход. По мнению продавцов, скандал с украинскими яйцами ударит и по карману местных производителей. Спрос на всю яичную продукцию с начала года заметно упал. Почему мы должны страдать? У меня теперь вообще никто яйца не покупает. Еще и цены наверняка вырастут из-за дефицита. Я считаю, что должны наказать тех, кто допустил всю эту ситуацию. Израильская прокуратура пока молчит. Информации о каких-либо проверках на яичном рынке нет. В конце декабря Иерусалим посетил украинский президент Петр Порошенко, заявивший, что Украина хотела бы расширять торговые отношения с ближневосточной страной. Пойдет ли теперь на это Израиль? Большой вопрос. Юлия Ольховская, Дмитрий Ремезов, Идворов Ридман. Первый канал. Ближневосточное бюро. Израиль.